Мелвин Манхов. Кейван, у него 31 победа и 4 поражения. 24 боя выиграл нокаутом. В ММА 20 побед и лишь 3 поражения. 16 боев выиграл нокаутом. Итого 40 человек уложил Мелвин Манхов. Руслан Караев 7 побед, 5 поражений, 2 боя выиграл нокаутом. Так что Руслану сегодня, конечно, очень сложно. И ставки голландская публика делает не в пользу Руслана. Ставят на Мелвина, я так предчувствую. Очень важно сейчас для Руслана как следует рубиться. 90 килограммов вес Мелвина, рост 1,77 м. Боевая раскраска с помощью вазелина. Совершенно справедливо рефери предлагает немножко убрать макияж. Но сейчас предстоит нам бой по правилам K1. 3 раунда по 3 минуты. Локтем бить нельзя, захватывать за шею нельзя, захватывать за поясницу нельзя. Наносить удары, пожалуйста. Руки, ноги, колени. Все на местах. Первый раунд. Начали. Ай-яй-яй-яй-яй. Пытался Руслан сразу поразить цель, но провалился. Мелвин ниже ростом, да если еще немножко сложится, уклончик выполнит, то... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что ты будешь делать? Руслан, Руслан. Ай-яй-яй-яй-яй. Мелвин, по-моему, сам не ожидал, что так произойдет, но что-то нужно делать с тренировочным процессом Руслану. Беда-то беда, а? Мелвин, конечно, молодец, ничего не скажешь. Не успел вспотеть. Но это уже шестой по счету, наверное. Нокаут. Вот это Мелвин. Зарядил, как кувалдой. Ну вот, немножко ушует здесь, потому что бой закончился слишком быстро, слева сбоку. Правая рука отвалилась немножко у Руслана вниз, и открылся он. На мгновение этого оказалось достаточно. А Мелвин никуда не уходил, стоял здесь близко, надежно и попал. И поезд ушел.
Не спешат доктора поднимать Руслана. Мелвин исполняет свой танец. Ну, все, что он смог сделать, он уже сделал здесь, на ринге. Вот сынишка Мелвина идет к своему папе. Пришел в себя Руслан. Конечно же, тяжелейшее потрясение. Очень тяжелое потрясение. Сейчас Мелвин уже пришел немножко в себя и помогает Руслану. Важный матч был для Руслана. До сих пор еще плывет немножко Руслан. Ай-яй-яй. Форма очень хорошая у Мелвина. Ну и тот послужной список, который я вам озвучил. Мелвин, конечно, очень впечатляющий. Но это уже второй мой бой в K1, и мне это очень нравится.